Ну, в принципе, сегодня начали так скомканно. Было, конечно, волнение, но с каждым периодом наращивали темп и вот довели дело до победы. Нет, соперник хороший, конечно. В каждом моменте навязывали борьбу, было сложно вначале, но как-то вкатились, потом дальше было легче. Нет, но это плей-офф, можем выиграть, можем проиграть. Завтра будет другой настрой, только на победу. Будем навязывать свою игру. Ну, волнения были. Вот так настраивались на игру. Моментов было много. Команда соперников реализовала все моменты, а мы нет. Но вот моменты, вот много моментов было в 1-0, не забивали. Сами свои ошибки. Но соперник ловил нас на ошибках. Завтра перед игрой будем смотреть все 5 голов, которые пропустили. Будем делать анализы, будем работать. Завтра, думаю, будет другая игра.